Друзья, приветствую вас в моей мастерской. Сегодня я вас приглашаю связать вместе со мной яркий, красивый цветок крючком. Этот цветочек я вязала для своей дорогой дочурки, и он в момент преобразит ободок, сумку или одежду ваших юных принцесс. Ну что, за дело? Следующий ряд начинаем вязать тоже с хвоста. Присоединяем нить другого цвета. И провязываем 2 воздушные петельки для подъема ряда. Сейчас мы начинаем вязать таким образом, чтобы вот этот хвостик спрятался в вязании. Провязываем столбик без накида в тот же столбик, откуда выходят 2 воздушные петелечки. В следующий столбик провязываем полустолбик с накидом. И еще раз в этот же столбик провязываем опять-таки полустолбик с накидом. Получилась прибавка. В следующий столбик провязываем полустолбик. Следующий столбик провязываем опять-таки прибавку, полустолбик, дважды полустолбик с накидом. И снова в следующий столбик полустолбик с накидом. И в следующий столбик опять прибавочка, значит, полустолбик. 2 полустолбика с накидом в один столбик. Последний столбик провязываем полустолбик с накидом. А теперь провязываем соединительный столбик между лепесточками. Таким образом мы провязываем все лепесточки, кроме последнего. А теперь мы вяжем сердцевинку цветочка. Провязываем полустолбик с накидом. В следующий столбик провязываем прибавочку, то есть 2 полустолбика с накидом. И так чередуем полустолбик с накидом и в следующий прибавку 2 полустолбика с накидом. В 2 последние столбика провязываем прибавки. Вытягиваем петельку и можно закрутить уже цветочек по спиральке, таким образом, чтобы главный лепесточек был сверху. Вот такой цветочек. Так, дорогие мои друзья, спустя сутки я вернулась к вам. С новым маникюром, таким ярко-оранжевым цветом. Я надеюсь, что вас он не очень расстроит, а наоборот добавит немножечко более яркого настроения. Итак, наш цветочек готов. И сейчас мы начинаем его сшивать. Каким образом мы это делаем? Начинаем мы
сердцевинки цветочка, то есть самого большого лепесточка, мы закручиваем его по спиральке таким образом, чтобы лепесточек оказался сверху цветочка, в самой серединке, и начинаем потихонечку, аккуратненько пришивать. Делаем несколько стежков. Далее закручиваем заново по спиральке цветочек. И по спиральке сшиваем. Тут у нас осталась необрезанная ниточка. Сейчас мы ее и должны обрезать. Для этого мы вытянем большую петельку и обрежем хвостик. И петелечку освобождаем. Вот таким образом делаем узелочек, как на шнурочках на ботиночке, обычный узелочек. И прячем его сзади на цветочки. И продолжаем сшивать цветочек до конца. Закрепляем ниточку, делаем узелочек. Очень важно сделать узелочек так, чтобы наш цветочек не развалился сразу же. Делаем узелочек. А сейчас очень важно не отрезать ниточку, а спрятать ее в вязании. И только сейчас можно обрезать ниточку. Таким образом мы прячем хвостик, и тогда наш узелок точно не распадется и не цветочек не развалится по частям. Вот эти хвостики тоже, которые остались от пряжи, мы их тоже прячем, только уже крючочком. Или можно взять иголочку с толстым ушком и тоже спрятать. Вот таким образом прячем все хвостики перед тем, как их обрезать.
Итак, наш цветочек готов. Вот такой симпатичный, миленький цветочек у нас получился.